Дорогие друзья, последний раз с экранов этого канала я выступал и поздравлял всех с Новым годом. К сожалению, ситуация очень сильно изменилась. Сейчас идет война, гибнут люди. Люди бегут со своих домов, самых необходимых, берут чемодан, детей и каким-то образом пытаются убежать. Среди них, к сожалению, мои друзья, с которыми я вырос, одноклассники, их жены и дети. Это мои родственники, это многие ваши знакомые. Каждый из нас может этим людям помочь. Вы можете перевести деньги на счет благотворительной организации или же принести свои вещи, список которых вы увидите в интернете, который опубликован на сайте ниже, или принять у себя людей, которые бегут от войны. Каждая ваша помощь нужна им. Большое вам спасибо.